Доброе время суток. С вами Виктор Дулин. 7 марта 2016 года. Вот с утра я приехал, полил в теплице второй раз дренажными водами и вермичаем из сокольного этажа. И вот теперь на третий этаж делаю арматуру. В прошлый раз я просверлил здесь 6 отверстий, вырезал 6 арматурин. И теперь буду ее скручивать и убирать вот эту лестницу, после чего стану делать опалубку для продолжения вот этого лестничного пролета, в котором сейчас есть 7 ступеней и будет еще 9 вместе вот с той ступенькой, которая около досок. Здоровья вам, благополучия и таких же халявных строительств из ничего, можно сказать.